память о Нирале Шахе. Time представляет. DMS Films. Фильм Кэшу. Игрок 420. В главных ролях Акшай Кумар, Махима Чоудхри, Антра Мали и Субхан Шупандей. Операторы Прабху и С. Папу. Автор сценария Утам Гада. Композитор Санджив Даш. Продюсер Кэшу. Режиссер Нирадж Вора. Это Кэмс. Здравствуй, братец. Поставь 3 рупии на свою любимую команду. На них уже и по 15 ставят. Заработаешь немного. Филипп, братец, привет. Товар получили. 50 миллионов давным-давно отправил. Запиши на имя Сенчери 50 миллионов. 50 миллионов? Кавас, а если Сенчери нас за них убьет? Да как он убьет? Они его уже раз чуть не вышибли из игры. Теперь будет держаться за свое место. Смотри, я был прав. Кавас был прав. Самое главное — подобрать надежную пару игроков. Алло? Мхай? Тише, тише. Мхай, я знаю, что уже срок прошел, но он обязательно заплатит все, что должен. Мхай, мои люди ищут его. Он не заплатит, я заплачу, только для этого нужно время. Извини, Мхай. Где его искать? Где? Где он? Где этот игрок 420? Подлец, он предал нашу дружбу. Где ты его спрятала, негодяйка? Куда ты смотришь? Я здесь сижу. Сегодня звонил Бхай. Ты знаешь о том деле на 90 миллионов? 90 миллионов! Он сыграл в карты, проиграл деньги и скрылся. А пулю в лоб получит Кавас. Заткнись. Он приходил вчера. Что он сказал? А что еще он может сказать? Сказал, что отдаст Бхай все деньги. Отдаст все деньги? Где он их возьмет? Клад, что ли, найдет? Возьми. Кто это? Разве ты не знаешь? С.П. Бхардвадж, миллионер, промышленник. И у него только одна единственная дочь. Предательница. Мне нужны 90 миллионов, а не чья-то дочь. Кавас. Эта девушка не просто девушка, а настоящий банк. Банк финансовых резервов. Если им завладеть, то что там 90? Все 900 миллионов нам достанутся. Кто там? Кто там? Кто там?
Папа! Папа! Кшанте! 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 Папа! Папа! В качестве букета прими этот чудесный цветок. Кто ты? Рахул? Риту? Негодяй! Идиот! Прости меня. Риту? Я тебя так не отпущу, я тебя побью, идиот! Риту, я его поймала! Не отпускайте его, бабушка, он меня так напугал! Кто этот проказник? Кто издевается над моей внучкой? Это бабушка... Постарайтесь узнать его сами. Да, не как это сын нашего полковника Банду. Точно, Банду. Вот это да, бабушка. И кто это говорит, что вы не можете видеть? Сынок, Бог отнял у меня способность видеть, но не погасил свет моего разума. Как дела, господин полковник? Все отлично, бабушка. Сейчас уже поменьше или нет? Совсем бросил бабушке. Хорошо. Сынок, как это ты вспомнил нас через столько лет? Да я каждый день о вас думал, но... Каждый день о нас думал! Матушка, ладу на все 10 дней готовы. Так упокой. Хорошо. Кто это бросил? Рия. Ну что, тетя Рито, понравилось? Да, очень. Она вот тебе. А теперь кому досталось? Господин Банду. Рия, теперь твоя очередь. Стой, Рия, стой. Девочка моя, куда ты бежишь, а? Смотри, дедушка, тетя Рито меня шариками бросается. Вот как, сейчас я с ней разберусь. Ну-ка, иди сюда. Врунишка, сама яйцем бросаешься, а дедушке сказки рассказываешь. Пойдем, я дам тебе ладу. Здравствуйте, дядя. Рахул. Сынок, давно ты из Дели? Сегодня приехал. Как Бобби, как папа. Хорошо, часто вас вспоминают. А как твоя учеба? Закончилась, экзамены я уже сдал. С помощью шпаргалок. Значит, скоро начнешь работать. Здравствуйте, мама. Здравствуйте, сынок. Ну что, все готово? Да-да, ладу простые, гороховые, бобовые, имбирные. Ну, хватит, замолчи. Он что, в Канаде собирается кондитерскую лавку открыть? Неплохая мысль. Ну ладно, иди. К чему готовитесь, дядя? Тебя бы хорошенько купить. Папа, этот Банду все такой. Как будто ты очень изменился. Дядя, когда я сегодня вошел, ты не сказал, что до этого было Раху. Я увидел, что она такая же трусиха, как в детстве. Это ты трус. Он тебя просто дразнит. А почему ты убегаешь? Испугался? Подожди. Нет, ты подожди. Я прошу прощения. Извини. Ну, Банду, что у тебя новенького в жизни? Так ничего. Буду теперь постоянно курсировать между Дели и Бомбеем. Буду часто тебя видеть. Я уж постараюсь отомстить тебе за все эти 20 лет. Пусть восторжествует справедливость. За все 20 лет. Рахул, ты даже не представляешь. После того, как Раджив с невесткой погибли в автокатастрофе, с мамой случилось несчастье. А папа просто отказывается жить. А малышка Рия все еще спрашивает, где мои мама и папа? А я не знаю, вытрясли. Смотри, как долго тебе уже удается всех поддерживать. Ты сильная девушка. А ну-ка скажи мне, я завтра еще в Бомбее. Где мы будем обедать? Для того, чтобы завтра пообедать со мной, тебе придется подняться на небо. Почему на небо? Потому что мы с папой улетали в Канаду! Мы жалуемся на индийские самолеты, а иностранные тоже опоздали. На 6 часов опоздали. Папа, вам придется ехать навстречу прямо в аэропорт. Я так и сделаю, а ты поезжай в аэропорт. Смотрите под ноги. Извините. Пожалуйста. Папа, дайте квитанцию на багаж. А где мой кошелек? Может, в твоей сумке? Нет, у меня его нет. Может, на стойке оставить? Сходи, посмотри. Пойду, посмотрю. Эй, ты! Эй, ты! Стоп! А ну, стой! Stop, стой, я сказал! Stop, стой! Said, стой!
Останови. Пошел отсюда. Отпусти его. Отпусти, у него приступ. Не твое дело. Вот ваш паспорт, ингалятор. Ингалятор. Осторожно, я догоняю вора. Вы в порядке? Дайте мне руку. Негодяй, оставь меня. Подлец. Извините. Извините? Да, я таких, как ты. Специально толкаете, чтобы дело свое грязное сделать. Я догонял человека, и тут... Не стыдно так поступать, негодяй. Что за ерунду вы несете? А что, мне молчать? Подлец. Извинитесь. Это случайно получилось? Нет, сейчас же извинитесь. Я уже извинился. Извинитесь. Сделал одолжение, извинился. 4 раза извиняйтесь. Хорошо, мадам. Извините, извините. Извините. Теперь достаточно? Еще один раз. Один раз я уже до того извинялся. Негодяй. Пойдем отсюда. Мадам. Запомните мои слова. Вам придется извиниться передо мной. Не один, не 4, а 7 раз. Иди к черту. 7 раз. Большое спасибо. Индийцы должны помогать друг другу. Спасибо. Большое спасибо. Вот моя визитка. Пожалуйста, не надо. Будете в Бомбее, обязательно заходите в гости. Господин Бхаратвадж из индустриальной группы Бхаратвадж? Да, что? Вашего отца звали Питамбар Бхаратвадж? Откуда вы знаете его имя? Я не могу поверить, о боже. Вы знаете, мой отец работал в вашей компании. Правда? Работал под руководством вашего отца. Как тесен мир. А вы здесь, в Канаде, живете? Да, я здесь постоянно живу. Занимаюсь строительным бизнесом, владею несколькими отелями. Вот моя визитка. Отель «Балерина» принадлежит вам? Да. Очень хорошо. Пожалуйста, садитесь в машину, я вас подвезу. Да нет. Папа! Риту, моя дочь. Привет. Господин Депп, пожалуйста, садитесь. Не трогай. Извините. Папа, вы не знаете, что это местный проходимец? Что ты делаешь? Что ты говоришь? Ничего, ничего. На визитке есть мой адрес. Буду рад, если вы заглянете ко мне на чай. До свидания. Пока. Послушай. Что ты надеешь? Дочка, этот человек спас наши паспорта, наши билеты, уберег меня от смерти. Что? Ты что, подумала, он какой-то проходимец? Посмотри, он владелец отеля. Извинись перед ним. Простите, где я могу найти господина Дева? Он сейчас вон там. Спасибо. Люси, найдите мне вот эти материалы. Да, сэр. Привет. Привет. Я хочу видеть менеджера прямо сейчас. Хорошо. В тот день в аэропорту я вас... На самом деле, я не знала. Я пришла извиниться перед вами. Один. Думаю, одного раза достаточно. Отстань! Отстань от меня! Отстань! Собака! Что? Что вы сказали? С-
Собака? Извините. Два раза. Этого достаточно. И так уже слишком. Но всего два раза. За мной гналась собака. Это вы понимаете? Ничего слишком. Простите, сэр. Мне очень жаль. Извините. Извините. Три, четыре, пять. Идиот!
Доброе утро, сэр. Спасибо. Пожалуйста. Вы совсем ничего не едите. Очень вкусные ладони, не могу удержаться. Берите. Нет, папа, уже достаточно. Видели, надсмотрщик рядом. Да, кстати, надо сказать, если хоть один раз в весе прибавишь, похудеть уже сложно. Могу поделиться опытом. А для чего же вам худеть? Вы в прекрасной форме. Угощайтесь, индийские ладу. Нет-нет, уже достаточно. Спасибо. На самом деле, в тот раз она вас неправильно поняла. Дочка, ты уже извинилась? Да или нет? Еще нет. Это несправедливо. Извинись сейчас. Извините. Я слышал много лестных отзывов о вашем отеле Беларина. 6. Что? Сэр, отель Беларина был построен 6 лет назад. И сейчас это лучший отель в Торонто. Что-то вашего отца не видно. Сэр, он там. Мне очень жаль. Нет, он отдыхает в комнате наверху. Вы хотели сказать, в комнате наверху. Да, идемте, он будет очень рад с вами познакомиться. Ходите. Ходите. Папа, у нас в гостях сын господина Питамбара Бхаратваджи. Куда нужно идти? К нам пришел сын господина Питамбара Бхаратваджи. Прошу вас, сэр. Сын Питамбара Бхаратваджи пришел. Такие у вас маленькие, что я видел. Здравствуйте, господин. Что? Домотканную одежду уже не носишь. А твой отец носил только домотканную. Дело в том, что в деловом мире теперь необходима другая одежда. Понятно, понятно. Моя дочь. Подойди, дочка. Здравствуйте. Дочь, благословляю тебя, живи долго. Пойдемте, сэр. Разрешите отклониться. Были очень рады увидеться с вами. Спасибо. Будете в Бомбее, обязательно навестите нас. Да. Сэр, вот. Что это? Небольшие подарки от меня и моего отца. Спасибо. Сведет нас судьба еще раз или нет, а память обо мне у вас останется. Не говорите так, приедете в Бомбей, обязательно к нам заходите. Хорошо. Не сердись за то, что было. Сочинки, я подумаю. Я ужасно играю. Рахуль. Привет. Ты когда вошел? Только что. Ну как поездка в Канаду? Ничего. Только одного мне не хватало. Чего же? Тебя. Риту? Риту. Я действительно скучала по тебе, Рахул. Ты по мне скучал? Ты как будто ничего не знаешь. Знаешь, Риту, ты не поверишь. Я уже очень давно хочу тебе кое-что сказать. Говори. Мы знакомы с детства, но я не мог набраться смелости признаться тебе, что в моем сердце живет... Наверное, любовь. Банду! Банду! О чем задумался? Когда ты вошел? Только что. И молча стоял, смотрел на мою скверную игру. Как поездка в Канаду? Ничего, только одного мне не хватало. Чего же? Рия, бабушка, не смогли с нами поехать, я по ним скучала. Боже. А больше ты по кому не скучала? По кому я могла еще скучать? По тебе? Пойдем домой, пойдем. Я привезла для тебя много подарков из Канады. Надеюсь, что они тебе понравятся. Идем. Я уже полгода спрашиваю, как обстоят дела с нашей рекламой. Я уже от этого устал. Не волнуйтесь, сэр. У вас есть бамбуковые палочки? Налейте в нее вечером верблюжьего молока, а с утра натощак выпейте всю усталость, как рукой снимет. Вам нужны натуральные средства. Не надо никаких средств, ни словесных, ни натуральных. Доброе утро, сэр. Вы меня вызывали? Да, принесите все документы, касающиеся рекламы, и скорее. Хорошо, сэр. Сэр, к вам пришел некий господин Дев, говорит, что приехал из Канады. Приехал из Канады? Дев? Дев?
Почему вы оставили его в приемной? Этот человек... Такие люди... Господин Дэв. Добро пожаловать. Когда вы прибыли в Индию? Только что. Сэр. Мой отец скончался. Мне очень жаль. Через 3 дня после вашего отъезда он покинул меня. Дэв, хватит. Держись. Так уж решил Господь Бог. Его уход был неизбежен. Что мы могли сделать? Это дар Всевышнего, сэр. Отец велел передать его человеку, который живет праведной жизнью. Это очень ценный подарок, сынок. Идем. Нет. Я только что из аэропорта. Я опущу прах моего отца в реку. Перед отъездом зайду к вам попрощаться. В любое время, сынок. Приезжай прямо домой. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Ты мошенник. Как ты вошел? Полегче. Где ты был? Началось. Где ты пропадал так долго? Что ты о себе думаешь? Заполучил ту девушку или нет? Удалось или нет? Говори. Тебе верить нельзя. Когда ты вернешь Пхае деньги? Ты хоть знаешь, как я переживаю? Разве тебе есть до этого дело? Кто я тебе? Танцовщица из кабаре? Почему ты все время исчезаешь? Я так по тебе скучала. Я тоже по тебе скучал. Правда скучал. Тебе известно, что приходили псы от Пхаи? Знаешь, что они сказали Карусу? Что убьют тебя, Дев. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Это мне? Нравится? Мне? А кому же еще? Спасибо. Настоящий. Я люблю тебя. С днем рождения, дорогая Моника. С днем рождения тебя. Он великолепен. Теперь, когда заявятся эти собаки, ты их перестреляешь. А когда патроны закончатся тогда? Собаки ведь не перестанут ко мне ходить. Дев, сколько еще это будет продолжаться? Это будет в последний раз. Теперь у нас будет много денег. Потому что эту игру я выиграю. Да уж, выиграешь. Карты ты никогда не выигрываешь. Ну да. В этот раз я играю не в карты, а в шахматы. В шахматы. Двери дворца уже открыты. Раджа у меня в руках. Осталось заполучить принцессу. Не так, Шанда, вот так, извини. Я тоже хочу посмотреть. 1 минуту, сейчас покажу. Дай мне посмотреть. Негодяйка, а если б в камеру попала? А если б мне голову разбила? Погоди-ка, сейчас я тебе покажу. Дай-ка мне яйцо, Шанда. Стой, теперь твоя очередь. Извините. Сколько времени вы намерены пробыть в Индии? Сэр, в Канаде у меня никого не осталось. Я думаю, мне стоит в Канаде все продать и обосноваться в Индии. Так это здорово. Я никого и ничего здесь не знаю. Если вы сможете меня направить, то я открою здесь свое дело. Добрый день, сэр. Смотри, вот как раз нужный тебе человек. Это господин Арора, главный управляющий нашей компании. Здравствуйте. А это господин Дев. Здравствуйте. Я хочу помочь ему открыть здесь какое-нибудь серьезное прибыльное дело. Конечно. Почему бы и нет? Какую сумму вы хотите вложить? 8 миллионов. 8 миллионов? Какое-нибудь серьезное и прибыльное дело? Сложновато будет. Но я постараюсь. Господин Дев, на 8 миллионов рупий... Не рупий, долларов.
Вы хотите сказать 8 миллионов долларов США? Но за доллары много чего можно сделать, сэр. Но мои деньги придут только через 3-4 месяца. Сделаем это. Освободите кабинет, который рядом с моим. Пусть наш гость там поработает. Хорошо, сэр. Оглядится, изучит местный рынок, посмотрит, как мы работаем. Сэр, мы получили образец дизайна. Если хотите взглянуть... Хорошо. Ты сиди, сиди. Где ты остановился? В отеле. Вот это да. Гость Бхардваджи живет в отеле. Я все устрою. Встретимся за обедом. Хорошо. Не отпускай его, дочка. Идем. Удивительно. Вы хотите покинуть такое место, как Канада, и поселиться здесь? Госпожа Риту, сердце бывает очень упрямым и заставляет нас делать то, чего хочет оно. Похоже, придется заняться исцелением вашего сердца. Входите, сэр. Добро пожаловать в индустриальную группу Бхардвадж. Этот кабинет ваш. Вообще-то, это кабинет старшего сына нашего господина Раджива. Понятно. Кабинет не очень большой, но, надеюсь, вы не в обиде, сэр. Маленький или большой, какая разница? Когда человек хочет достичь каких-либо высот, ему важна лестница, а не размер подачки. Что? Да-да, сэр, совершенно верно. Куда ведет эта дверь? В кабинет господина. Прошу вас. Великолепно. Входите. Фантастик. Риту, ты столько времени проводишь в воде и до сих пор не умеешь плавать. Когда научишься? Привет, как дела? Все в порядке. Рахул? Да. Познакомься. Это папин партнер по бизнесу. А это мой друг Рахул. Привет. Привет. Инспектор полиции. Меня зовут Рахул, рад познакомиться. Я не сделал ничего такого, чтобы вы были рады со мной познакомиться. Но вы не сделали ничего такого, чтобы я не был рад с вами познакомиться. Или уже сделали? Не знаю. Меня зовут Дев. Сэр Дев? Да. Давайте сядем. Просто Дев и все? Вот, например, Дев Кумар, Дев Дат, Дев Дас. Моя мама была большой поклонницей Дев Ананды. Правда? Я тоже. Она решила, если у нее родится мальчик, она назовет его Дев Анандом. Так значит, вы Дев Ананд? Нет, родилась двойня. Меня назвали Дев, а моего брата Ананд. Как мило. Дев, садись. Я пойду переоденусь. Рахул, я скоро вернусь. Возвращайся поскорее. Замечательно, замечательно. Нужно отдать вам должное, господин Лев. Вы очень быстро стали своим в этой семье. В чем секрет вашего обаяния? Три вещи способны построить отношения, а также разрушить. Сердце, судьба и содержимое карманов. Про судьбу и карманы я понял. А вот что в вашем сердце? Некоторые вещи подобны этой резинке. Пока они во рту, хорошо. А как выйдут наружу, сразу создают массу проблем. Куда бы ее выбросить? Сейчас избавим вас от ваших проблем. Благодарю. Спрятать проблемы не значит от них избавиться. Дайте мне. Браво, господин Дев. Как метко вы попадаете в цель, причем не глядя. Эту ошибку и совершают люди. Цель определяется разумом, а не глазами. Доводим до вашего сведения, что компания Royal Microtech обанкротилась. Советуем воздержаться от проведения каких-либо операций с этой компанией. Банковское уведомление будет направлено в ваш адрес в течение 48 часов. Дев, у тебя есть только 48 часов, чтобы попридержать господина Бхардваджи. Руки вверх! Кто ты такой? Ты кто такой? Как ты попал в кабинет господина? Нашел. Не двигайся, иначе я пущу в ход карандаш. Я буду стрелять. Вы меня не так поняли. А если бы ты успел украсть? Аджей, не лезь в мой карман. Сэр, он проник в ваш кабинет и пытался украсть, замолчи. Он здесь не чужак. Это господин Дев. Господин Дев.
Господин, вы мне не сказали, что вы наш новый сотрудник. Не сотрудник, идиот. Это мой партнер. Помощник. Дев, он такой, иногда даже меня подозревает. Извините. Извините, сэр. Не передо мной, перед ним. Извините, сэр. Все в порядке. Не переживай, бывает. Сэр, я пойду в свой кабинет. Хорошо. Дорогая. Что это? Лекарство. Разотри его и намажь этой массой лицо. Все прыщи исчезнут. Господин Арора, на моем лице нет прыщей. Так появится. Что? Я хочу сказать, что вдруг появится. Господин Арора, что, черт побери, все это значит? Сэр, я собирался дать долю лекарства, и тут... Брось ты свои лекарства. Почему ты до сих пор не отправил партию товара в Лондон для компании Microtech? Я собирался их отправить, но... Но что? Но господин Дев запретил мне это делать. Дев? Что за ерунда? Позовите сюда Дева. Немедленно позовите Дева. Да, сэр. Что случилось, сэр? Как это понимать, Дев? Ты запретил отправку товара в Royal Microtech. Да, я. А кто тебе разрешил это сделать? Никто. Что? Дело в том, что положение Royal Microtech сейчас очень шаткое. И мы совершим большую глупость, если направим им товар. Господин Дев, я работаю в этой компании уже 35 лет. Но рынок способен обанкротить компанию даже меньше, чем за 35 секунд. Ты пытаешься учить меня? Я только хочу сказать, что в бизнесе я всегда держу ухо востро. Держать ухо востро – дело хорошее. Но если сюда подключить еще и ум, то польза будет больше. Речь идет не о 500 тысячах, это сделка на 250 миллионов. 250 миллионов – сумма не маленькая. Довольно. Господин Надкартни. Да, сэр, немедленно отправьте эту партию. Вы не станете отправлять эту партию? Выполняйте то, что я сказал. Да, сэр. Господин Надкартни. Стойте, что это за чушь, Дев? Ты споришь со мной в моем офисе при моих же служащих? Если это спор, сэр, то... Давайте два дня подождем. Тогда станет ясно, кто был прав, а кто ошибался. А если ты проспоришь, тогда что? Тогда я всю жизнь буду вашим рабом. Сэр, а если проспорите вы? Тогда проси, чего хочешь. Если проспорите вы, то вам придется взять меня в пожизненное рабство. Мадам? Мадам? Да. Курьер. Распишитесь. Спасибо. Можно, сэр? Входите. Нам пришло письмо от Trade Bank of England. Они пишут, что компания Royal Microtech обанкротилась. Что? Да, сэр. О, май гад. О, боже. Сэр, зачем же вы? Сегодня праздник богини процветания Лакшми. Не отказываюсь от этого подарка. Спасибо, сэр. Ты спас мою Лакшми от поражения, брат. Что, сэр? Если бы ту партию товара отправили, я бы понес большие убытки. Правда? Да. Сэр, помните свое обещание? Я всегда хочу быть рядом с вами. Бабушка уже давно все приготовила. Для молитвы, скажи, я приду. Да нет, для игры в карты. Моя мама. Ты знаешь, в нашей семье есть традиция. На праздник Дивали мы обязательно играем в карты. Идем со мной. Нет, сэр, я не играю в карты. Да так, немного, для удовольствия. Нет, сэр, мне в картах не везет. Вот 200 рупий, вслепую. Сколько ты еще будешь играть вслепую? Если не вслепую, то как еще я могу играть? Хорошо, мама, как хочешь. Вот 400 рупий. Открывай карты. Вот это да. Ой, бабушка! Что получилось, скажите мне. Вы выиграли. Вы выиграли, а мы все проиграли. У вас 3 туза. Няня, достань мне украшение. Одну минуту, я сейчас приду, ладно. Хорошо, идем, я достану. Вы поставили 100 рупий. Вы что, девушка? Почему ты так подумала? А у вас выхит дырка. Вот она что. Можно надеть вам эту сережку?
По ночам я превращаюсь в привидение и ем таких непослушных девочек, как ты. Я послушная. Тогда я не буду тебя есть. Твоя тетя Риту большая проказница, правда? Да. Тогда я ее съем. Я ее съем. Бабушка, опять вы выиграли? Что случилось, Дэв? Почему ты здесь сидишь? Да так, ничего. Я хотел с вами поговорить. Ага, понял? Да, говори. Тема несколько щекотливая, это касается Риту. Риту? Вчера вечером она позвонила мне. Сказала, что любит меня, что не может без меня жить. Ну, вы знаете, как это обычно бывает. Что? Риту тебе такое сказала? Да? Я еще сказала, что ответ ей нужен немедленно. И что ты ответил? Что я мог ответить, сэр? Ваша дочь красива, молода. Она любого очарует. Сэр, я не сделал ничего такого, что причинил бы вам боль. Клянусь вам. Честное слово. Что ты ей ответил? Я сказал, сэр, что мне нечего ответить. Тогда она сказала, что покончит с собой. На самом деле, сэр, у меня нет ответа на этот вопрос. Ответ на этот вопрос есть только у вас. Только вы можете сказать да или нет. Да. Как я могу? Все так неожиданно. Я вас не тороплю. У вас есть сколько угодно времени на раздумья. Я вас не тороплю. Да, пожалуйста, не говорите Риту о нашем разговоре. Это ее первая любовь. Она сама захочет вам об этом сказать. Надеюсь, вы понимаете чувства своей дочери, сэр. Спасибо, Дэв. Я ценю твое благородство. Сэр, отец воспитал меня так. Я люблю тебя, папа. Я люблю тебя. Люблю тебя. Я знаю. Счастливого Дивали, сэр. Счастливого Дивали. Дядя, давайте играть с нами в огни. Зови своего отца. Давай, зажигай. Ну давай. Как жжет этот паршивый глицерин. Эй, не подноси ее ко мне. Не приближайся, обожжешься. Дэв, подержи ее. Пожалуйста, возьми ее ненадолго. Дэв, что случилось? Да ничего. Что случилось? Сегодня я чувствую себя так, словно меня сразило ударом молнии. Но кто это сделал? Твой отец. Мой отец? Да. Он хочет, чтобы я продолжил его дело, его бизнес. Представляешь? И только? Такая мелочь. Разве это удар молнии? Риту, ты не понимаешь. Он хочет, чтобы я стал его зятем. Что? Папа тебе такое сказал? Да. Не знаю, что с ним сегодня случилось. Он начал жаловаться, сказал, что здоровье его подводит. Сказал, что не справляется с делами. Он даже заплакал. Попросил меня вести все дела. Не знаю, что на него сегодня нашло. Почему он забеспокоился о твоем будущем? Что ты ему ответил? Что я мог ответить? Ответ на этот вопрос есть только у тебя. Я поступлю так, как скажешь ты. Скажешь «да», значит «да». Если нет, то тогда я откажусь от его предложения, Риту. Но, Дэв... Здесь нет никакого насилия. Не волнуйся. Я буду ждать. Я ухожу. И, пожалуйста, ничего не говори отцу. Он сам захочет с тобой поговорить. Пусть она у меня догорит.
Можно войти, сэр? Да ты уже вошел, дядя Биджу. Сэр, что у тебя с рукой? С пальмы упал, сэр. Что? Зачем что на нее залезал? Я, сэр, за господином Делом подглядывал. Что за чушь? Кто просил тебя этим заниматься? Неужели меня кто-то должен просить, сэр? Мой долг следить за всеми. За всеми, кто рядом с вами. А этот господин, сэр, такой добрый, такой великодушный, такой человек. Ты дурак, ты подглядываешь за человеком, который скоро станет моим зятем. Что он подумает, если узнает? Подумает, что вы очень тщательно выбирали зятя, сэр. Тут несколько его фотографий, некоторые очень неплохо получились. Заткнись. Вон отсюда. Вон отсюда, убирайся. Идиот. Что подумает Дэв, если узнает? Можно я сегодня поиграю на компьютере в свою любимую игру? Поиграй, поиграй. А потом, я отвезу тебя к зубному врачу, хорошо? Хорошо. Окей. Я согласна. Умница. Привет, Рози. Как дела? Хорошо, сэр, благодарю. Вы знаете Родина Сюэтл? Да, сэр. Он остановился в отеле Seven Star. Да, у меня нет никаких возражений. Я вам перезвоню. Сукин сын. На Малви Роуд 35 открылось большое кафе. Не хочешь туда заглянуть? Господин, я... Да. Алло, Рози, мне нужны номера телефонов отеля «Беларина» в Торонто. Немедленно. Отель «Беларина», Торонто. Сэр, сейчас я этим займусь. Yes, да, сэр. «Беларина». Это шеф звонил? Да. Ему срочно нужны номера телефонов. Я дам. Они у меня записаны. Сэр, а как же поход в кафе? Иди туда со своей мамочкой. Повеселишься. Извините, мистер Дэв, в данный момент господин никого не принимает. Пожалуйста. Прошу прощения, мистер Дэв. Сделай 10 копий. Попался? Простите меня, я совершил ошибку. В чем дело? Я следил за вами в течение 10 дней. Сделал несколько снимков, показал их господину, а он очень рассердился, когда показал. Да только что. Я могу лишиться работы. Пожалуйста, объясните все господину. Ты никому больше об этом не сказал? Нет, больше никому. Ты не говори, иначе потеряешь работу. Да и много чего еще можешь потерять. Почему это со мной случилось? Мистер Дэв. Что это? Судьба моя. Не подведи. Что случилось? Вас задели эти фотографии? Все это была лживая игра. А канадские телефоны могли бы у меня спросить. Я бы сказал. Значит, все началось прямо с аэропорта? Да. Боже мой. Какая же у тебя голова? Какой ум? Наконец-то вы это признали. Лучше бы ты их на хорошее дело использовал. Как не дает мне жизнь их на хорошее дело использовать?
Выпустили меня в свой офис только потому, что я дал вам лизнуть леденец от ценой в 350 миллионов. Не будь этого, вы меня даже на порог этого офиса не пустили бы. А сейчас тебе прямая дорога в полицию. Постой-ка, дядюшка. Как ты смеешь? Вам нельзя волноваться. Это вредно для вашего здоровья, господин Бхаратвадж. Я убью тебя. Господин Бхаратвадж, не надо ругаться. Вот ваше лекарство. Ваше лекарство. Как он дышит. Мамочка. Астма. Астма. Что ты ищешь? Памп. Ингалятор? Jump. А ну-ка. Come on, uncle, now. Давай, дядюшка. Jump. Давай. Jump. Вперед. Come on, uncle. Вперед, ползи, ползи. Долу. Долу, долу, давай же, дядюшка. Постарайся. Ползи, хватай. Вот так издевалась надо мной жизнь. Куда руку не положу, там скорпион. Куда ногу не поставлю, там змея. Эти сволочи забрасывали меня камнями. Они исковеркали мою жизнь. Разбитая жизнь и изворотливый ум могут дать опасную комбинацию. А уж что они могут совершить вместе? С тобой-то точно что угодно. Куда ж ты убегаешь, мой дорогой тесть? Твоя смерть встретит тебя прямо здесь, в этом самом кабинете. Я не собирался тебя убивать. В мои планы входило первым делом забраться в постель к Риту. А уж потом в твое кресло. Но он не захотел мне этого дать. И снова разбил мою жизнь. Но теперь я сам буду строить свою судьбу. Победителем буду я. Я выиграю. Я уничтожу любого, кто встанет на моем пути. Я выиграю. Я выиграю. Дев победит. Дев Кумар победит. Дыши, дорогой тесть. Дыши, пожалуйста. Заклинаю тебя. Иначе ты умрешь. Я победил. Я победил. Долли, я как раз вас ищу. Документы по сделкам за прошлую неделю у вас? Да, сэр, все документы у меня. Пожалуйста, передайте их мне. Вы сегодня великолепно выглядите. Ты куда? Господин зовет. Сэр. Долли, это... Сэр, там... Сэр! Сэр! Что с ним случилось, господин? О, господи, что с ним случилось? Почему он лежит? В чем дело? Осторожно, осторожно. Кто-нибудь, принесите воды. Быстрее, быстрее. Позовите врача. Я победил. Детка, иди ко мне. Детка, послушай меня. Детка. Детка. Послушай, что я тебе скажу. Рия, послушай, что я тебе скажу. Нет. Стой. Стой, Рия. 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 Она споткнулась. Вызовите скорую. Рия. Что ты смотришь? Вызывай скорую.
Да? Что? Детка, я твой дядя. Я пришел тебя навестить. Смотри, что я тебе принес. Риту, что с ней случилось? Риа, посмотри, тетя пришла. Риа, посмотри. Посмотри на меня. Поговори со мной. Риа, доктор, что с ней? Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Как я могу успокоиться? Она мне не отвечает. Риа. Господин доктор, а сколько времени потребуется для полного выздоровления? Буду откровенен. В таких случаях трудно что-либо сказать. Возможно, 2-3 месяца, а может, никогда. Нет, доктор, пожалуйста, не говорите так. Хотя бы попытайтесь что-нибудь сделать. Риту, успокойся, все будет хорошо. Все будет хорошо, не волнуйся. Доктор, отвезите ее в какую-нибудь больницу. Дядюшка, зачем вы нас покинули? Дев, твое лицо светится от радости. Плачь, плачь. Ты ведь хочешь стать миллионером? Хочешь? Что тебе для этого нужно делать? Плакать. Сегодня плакать, понятно? Как ты будешь плакать? Ну-ка, покажи. Покажи. Дядюшка нас оставил. Дядюшка, на кого же ты нас покинул? Нам тебя так не хватает. О, Господи. Риту. Нет, не надо. Я с тобой. У тебя есть я. Ты со мной очень плохо поступил. Разве есть такие силы, способные тягаться с Богом и с братом? Подонок, картежник. Не плачь. Думал надуть меня? Идем. Я припадаю к вашим стопам. Дайте мне немного времени, Бхари. Сколько я могу слушать твои отговорки? Вся игра пойдет на смарку. Так ты в игры играешь? До каких пор ты будешь играть, щенок? Играй с Господом Богом. Он простит тебе твою сентиментальность. Абхай ценит хладнокровные действия. Разрежет тебя на куски и все. Хай, вы для меня Бог. Вот как? Когда умирает Бог, собирается толпа. А когда умирает Бхай, толпа разбегается. Бхай. Бхай, доставай деньги. Дай мне последний шанс, Бхай. Клянусь, дай слово. Считай дни до возврата долга. А я начну считать дни до твоей казни. Что с тобой? Ты случайно в ту девушку не влюбился? Смотри, Дэв, я убью тебя. Приходил тот пес. И что? Забудь о нем. Отдашь деньги и забудь о нем. Он не отстанет от меня, даже после того, как я отдам деньги. В этой жизни мне от него не избавиться. Разве что только в следующей. Что ты говоришь, Дэв?
Тебе нужно бороться с ним. Я знаю. Я погибну. Главный управляющий подал в отставку. Придется искать ему замену. А та женщина, что была на конференции в Маргао, уже готова выехать. Возьмем ее на это место. Да, хорошо. И еще. Вот документы для завтрашнего заседания совета директоров. Завтра тебя назначат директором. Меня? Дэв, ты ведь всем занимаешься. Почему тебя не назначают директором? Кресло директора может занять только член семьи Бхаратваджи. А я таковым не являюсь. Возьми. Случилась беда, господин Рахул. Офис уже 2 недели закрыт. Сколько несчастья обрушилось на госпожу Риту с тех пор, как вы уехали в Дели. А где ты был в тот день? Да здесь я был. В то утро я первым встретился с господином. Он меня так тогда отругал. Отругал? За что? За то, что я сфотографировал господина Дева. Сфотографировал Дева? Господин Дев был никому неизвестным человеком, поэтому я и следил за ним целых 10 дней. Сделал несколько фотографий и выдал их господину. А он так на меня рассердился. А где в то время находился Дев? В своем кабинете. У тебя есть ключи этого кабинета? Да, вот они. Риту. Кажется, что душа твоего отца где-то рядом и говорит мне. Заботься о моей дочери. Это было последнее желание господина Бхаратваджи. А я об этом сейчас мечтаю. Что ты... Да нет. Если в твоей жизни есть кто-то другой, то... Я ухожу. Как скажешь. Нет, дело Риту. Совсем не в этом. Риту, ты позволишь мне стать твоей опорой? Ответь, Риту. Я люблю тебя. बत्तियां बुझा दो कुछ बात ऐसी है बत्तियां बुझा दो कुछ बात ऐसी है उजाले में ना होगी उजाले में ना होगी मुलाकात बत्तियां बुझा दो कुछ बात ऐसी है उजाले में ना होगी मुलाकात ऐसी है बत्तियां बुझा दो कुछ बात ऐसी है से हम मिले हैं चाहत के सिलसिले हैं आओ जाने जा तुम्हें हम प्यार दे
पागल कर देगी, हम पागल कर देगी, ये रात ऐसी है। हंस दिए समा बदल गए, होश तो गया मगर हम संभल गए। देख के तुम्हें सनम हम मचल गए, रूह से Иду. Мне на секунду показалось, что это господин звонит. Exactly. Так точно. Вы Риту Бхаратвадж? Да. Господин Дев просил вам передать, что он скоро будет. Господин Дев сказал, что вы можете выбрать то, что вам нравится. Покажите украшение. Риту. Раху? Куда ты исчез? Ездил в Дели по одному важному делу. Я уже знаю о смерти дяди. Мне очень жаль. А ты что здесь делаешь? Жду Дели. Я слышал, ты собираешься за него замуж. Это правда? Да. Почему ты мне не сказала? Как я могла тебе сказать? Для этого нужно было твое присутствие. После смерти папы я стала так одинока. Мне было очень плохо. И если бы рядом не было Дева... Риту, как мне тебе объяснить, что твое решение выйти замуж за Дева не только ошибочно, но и опасно? Что ты говоришь? Но я прав. Я говорил дяде, чтобы он не брал Дева в партнеры по бизнесу. А ты... Ты собираешься сделать его спутником жизни? Вот это да, я не знал, что я достоин таких лестных слов. Если ты так против нашей женитьбы, то еще не поздно. Я хотел выполнить последнее желание господина Бхаратвадж. Риту, если ты хочешь, то я сейчас же отсюда уйду. Нет, Дев. Тогда почему? Почему этот человек говорит такие вещи? Почему ты поносишь меня перед моей будущей женой? Придержи язык. Это для тебя лучше всего. Я знаю, кто ты на самом деле. Мне известно, чего ты добиваешься. Раху! Что ты несешь? Если б я мог тебе сказать, что он за человек, подонок. Раху, замолчи. Дай ему сказать. Пусть говорит. Он хочет унизить меня, чтобы возвыситься самому. Знаешь, Риту, он с детства в тебя влюблен. Он любит тебя, а сказать не может, решиться не может. А как только узнал о нашей свадьбе, не смог этого перенести. Сгорает от зависти. Растерялся, бедняжка. Это ложь. Ложь? Так ты ее не любишь? Дело не в этом, Риту. Дело именно в этом, уж такая штука любовь, дружище. Ты подлец. Раху! От твоих слов ничего не изменится. Браки заключаются на небесах. Негодяй. Раху, прекрати. Я откажусь от своего имени, если не сорву с себя маску лживого благородства и не покажу людям, кто ты на самом деле. Раху, прекрати.
Бей меня, бей! Бей сколько хочешь! Негодяй! Рахул, я сказала, прекрати! Риту, я хотел тебе помочь. Мне не нужна твоя помощь. Убирайся. Именно сейчас моя помощь будет тебе нужна. Сейчас я ухожу. Но запомни, с сегодняшнего дня я буду следить за тобой. Ничего, это в нем детство проснулось. Прошу прощения, извините. Извините. Идем, Риту. Гирляндами обмениваются. Спасибо. Бабушка. Бабушка. Ничего, я вспомнила сына. Вот если бы он сегодня был с нами. Бабушка, вам нужно радоваться. Его последнее желание исполнилось. Бог заботится о его душе. Попей шербет, дочка. Что с ней? Что с моей девочкой? Госпожа Риту, посмотрите, что с ней? Видите? Риа, девочка, что с ней происходит? Что случилось? Риа, что с тобой? Почему она так дышит? Дев, иди сюда, Дев. Что с моей девочкой? Что такое? Что случилось? Почему она так тяжело дышит? Я говорил, не нужно было забирать ее из больницы. Меня никто не послушал. Что с тобой, девочка? Мне снова кажется, что мне лучше умереть. Не говори так. У нас начинается новая жизнь. Моя жизнь останавливается, когда я вижу Риа такой. Не опаздывайте. Завтра на прием. Зачем надо было устраивать прием? Зачем ты так, дочка? Это наш долг. Если бы твой отец был жив, с каким размахом он отпраздновал бы твою свадьбу? Но, дядюшка... Я не могу. Ничего, мы придем. Мы обязательно придем. Бабушка? Бабушка, присмотри за Риа. До свидания, дядя. Идем. Спасибо Господу. Моя девочка вышла замуж за хорошего человека. В чем дело? Почему мы остановились? Я кое-что забыл. Поставь здесь свою подпись. Что это? Твой отец хотел, чтобы после нашей свадьбы каждый рабочий на его фабрике получил отдельное жилье. Конечно. У него было доброе сердце. Ты прочти, потом подписывай. Ты ведь уже прочитал. Этого достаточно. Как мило. И едем. Испугалась? Я подумала. О чем? Такой большой дом и совсем никого. Нет? Здесь есть я. И еще наша прекрасная брачная ночь. Иди ко мне. Подойди ближе. Посмотри мне в глаза. Они ждут тебя. Иди ко мне. Иди же ко мне. В чем дело? Риту. Секундочку. Сними-ка это. Дев. Не знаю почему, но мне кажется, что я совсем тебя не знаю. То есть я очень мало тебя знаю. Все произошло так быстро. Я даже не успела подумать. Видишь ли, я... Узнаешь, ты все узнаешь, моя дорогая. У нас вся ночь впереди. В чем же дело?
А потом я покажу тебе и расскажу, что я за человек. А ты мне себя покажешь. Подожди здесь, я сейчас вернусь. Ну что, милый, не пригласил нас на свадьбу. Ну ничего. Жених за тобой приехал, да и свадебный кортеж за собой привел. Моника де Суза? Ананд? Бхай. Бхай. Прости меня. Я как раз собирался к вам. Спектакль разыгрывает, сволочь. Смотри, какое представление. Какой был договор, а? Ты должен был к нам прийти, а ты здесь. Что нам прикажешь делать? Сесть в твои приемные и хлопать в ладоши? Кто тебя заставлял в карты играть, а? Проиграл 90 миллионов. Вот и выкладывай теперь денежки. Выкладывай. У меня из-за тебя уровень сахара в крови повысился. У него холестерин, у него геморрой. И все из-за тебя. До каких пор ты будешь нам поднимать давление? Дэв? 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 Отдашь деньги или мне сыграть в кегли? Послушай меня, Бхай, я отдам деньги. Игра началась. Я отдам. Не больно, Бхай. Вот тебе. Я отдам. Я отдам. Мамочка, Бхай, я отдам деньги. Выкладывай. Сейчас, сейчас. Доставай деньги. Сейчас же, иначе я бомбу брошу. А, получи. Зачем сзади нападаешь, Бхай? Зачем сзади-то? Давай сюда. Что это? Документы на дом Бхаратваджи. Он стоит 100-150 миллионов. Это все ваше? Это проценты. А где перстень? Какой перстень? Ты, негодяй, получил вместе с Риту Бхаратвадж приданное в 5 миллионов. А от нас откупаешься этими бумажками на 50-100 миллионов. Хочешь от нас избавиться? Каждую субботу будешь приносить по 100 миллионов. По 100. Иначе твоя игра закончится. Я тебе, козел, в бараний рог скручу. Понял? Идем, Бхай. Не переживай. Не хватит денег расплатиться с долгами. Жену свою продай. Я куплю. Я продам. Продам. Пусти меня, Дэв. Пусти. Оставь меня. Куда ты собралась? Забыла, что я твой законный муж. Разве жена может покинуть мужа? Ты мне не муж. Ты это знаешь. Какой же ты подлый и низкий человек. Ты женился на мне только из-за моих денег. Хорошо, что ты обо всем узнала. Я также знаю, что ты вместе с какой-то девушкой улетаешь сегодня в Дубае. Вот это да. И об этом ты узнала. Как тебе удалось, дорогая? Я видела твой поддельный паспорт на имя Ананда. А также ваши билеты. Твои Моники. Браво, Риту. Какой ловкачкой стала. Обманщик. Руку на меня подняла. На меня руку подняла. Хорошо, продолжай. Приди в себя, Дэв. Все знают, что кроме нас двоих здесь никого нет. Если ты до меня дотронешься хотя бы пальцем, Рахул тебе отомстит. Он отправит тебя на виселицу. Рахул? А я об этом и не подумал. Риту, я очень боюсь виселицы. Нет. Нет, на виселицу я не пойду. Я лучше самоубийством. Жизнь покончу. Ты мне поверь.
Я и предсмертную записку написал, что ухожу из жизни добровольно. Прочти ее, Риту. Она на хинди. Читай. Читай. Я, Дев Кумар Малхотра, в здравом уме и твердой памяти, признаю, что я свою жену Риту, потому что в первую же нашу ночь я узнал, что моя жена падшая женщина. Шучу. Я просто так неправду написал. Читай дальше. Читай. Мне очень горько. Поэтому я убиваю себя. Ухожу из этой жизни. Все состояние, которое досталось мне от моей жены, после моей смерти я завещаю школе Anand Mountain Airs. Это мое последнее желание. Ваш... Ты с ума сошел? Ты не сделаешь этого. Да? Так быстро я тебя не убью. У нас ведь еще впереди брачная ночь, дорогая моя. Я хочу посмотреть на тело, которое собираюсь уничтожить. Не подходи. Не подходи ко мне. Отпусти. Слышишь, пусти. Возьми это. Сколько тебе нужно денег? Иди ко мне, моя малышка, иди ко мне, моя любовь. Куда ты убегаешь, а? Бей меня, бей, я ведь твой муж. Ну давай, смелее. Куда? Иди ко мне. Ты моя маленькая. Не трогай меня. Риту, ты что, убьешь своего мужа? Дай мне уйти, Дев. Ты уйдешь, а я буду опозорен. Нет. Нет. Убьешь меня? Хорошо. Давай сегодня поставим на нашу жизнь. Давай. Нет. Давай, бей. Дев! Беги отсюда! Беги! Иди ко мне, моя принцесса. Пошел прочь! Попалась принцесса в лапы к разбойнику. Бросить меня хочешь? Уйти от меня хочешь? Нет. Иди же. Быстрее уходи. Уходи отсюда. Иди. Уходи. Почему ты не уходишь? Нет. Не покидай меня. Нет. Не покидай меня. Дев! Попалась, Риту. Иди сюда, я тебя спасу. Я схвачу тебя за ноги. Иди ко мне, Риту. Иди ко мне, милая. Иди сюда, дорогая. Иди. Я помогу тебе. Иди сюда, Риту. Скорее. Риту, иди сюда, я схвачу тебя за ноги. Риту! Пожалуйста. Вот это да!
Моя жена еще и акробатикой занималась. Риту, упадешь, разобьешься. Не раскачивайся. Осторожно. Посмотри наверх. Наверх посмотри. Посмотри. Тебе кажется, что тебе удалось спастись, да? Тебе так кажется? Сегодня тебя может спасти малышка Рия. Да и я могу спасти. Нет. Нет. Принцесса будет моей. Принцесса придет ко мне. Нет. Нет. Я не хочу умирать. Дев, мне страшно. Дев, я не могу. Дев, отпусти меня, пожалуйста. Дев, отпусти, я упаду. Твой любимый придет за тобой. Подожди, потерпи. Нет, Дев, нет. Попалась. Теперь тебе никто не поможет. Ни внизу, ни вверху. Нет. Никто тебя не спасет. Ни с земли, ни с неба. Не видать тебе спасения, Риту. Иди ко мне. Госпожа, господин Рахул уехал в Дели. В Дели? Да. Там есть телефон. У вас есть его телефон в Дели? Нет.
Кто там? Бабушка, бабушка. Не плачь, дочка, не плачь. Успокойся. Успокойся. Скажи-ка мне, много крови из головы вытекло. Почему ты не отвечаешь, дочка? Много ли крови вытекло? Я не нарочно. Правда, бабушка, я ничего нарочно не делала. А что ты можешь сделать? Помочь ему может только доктор. Какой доктор? Да что с тобой, дочка? Помнишь того знакомого доктора? Надкорни. Дэва положили в его больницу. Дэв в больнице? Да. Мне звонил Надкорни. Все уже были у него в больнице. А я уже давно жду, когда он перезвонит. Разве ты там еще не была? Ты ведь оттуда возвращаешься? В какой он больнице? Обязательно оставайтесь на ужин. Шанта, а где ты? Наверху. Поторопись, Шанта, поторопись. Алло. Привет, Риту, это Рахул. Поздравляю тебя. Рахул! Рахул! Где ты был ночью? Я тебя искала. Я сейчас в Дели. Что случилось? Дэв очень опасный человек. Он пытался меня убить. Ему удалось спастись. Что? О, Боже. Рахул, спаси меня. Я тебе говорил, этот человек не вызывает доверия. Мне так страшно. Я еще никому ничего не рассказывала. Сегодня у нас прием. Успокойся, я с тобой. Я вылетаю в Бомбей первым же рейсом. Он успеет меня убить. Спускайся вниз. В толпе гостей тебе нечего бояться. Послушай, никому ничего не рассказывай. Я им займусь. Ясно? Хорошо. Приезжай побыстрее. Не волнуйся. Пожалуйста. Я уезжаю. Хорошо. Спасибо, большое спасибо. Шанта, а где Риту? Смотрите, вон она спускается. А вот и господин Дэв. Прошу вас, господин Дэв, пожалуйста, проходите. Вы немного опоздали. Как вы себя чувствуете? Дамы и господа, благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня. Я прошу прощения за свое опоздание. Глядя на мою перевязанную голову, вы, наверное, думаете, что же у нас тут вчера было? Мрачная ночь? Или же 50-я годовщина свадьбы? Вы, возможно, думаете, что мы попали в какую-нибудь аварию. Но это совсем не так. Моя жена взяла в руки стальной прут и ударила меня по голове. Если это именно то, о чем вы подумали, то вы абсолютно не правы. В нашей деревне есть традиция, по которой муж в первую ночь обязательно дарит своей жене цветок розы. А я забыл захватить с собой цветок. Что мне было делать? Там поискал, тут поискал. Нигде нет. Неожиданно мой взгляд упал на чей-то дом. Там, на балконе третьего этажа, было много роз в горшках. И там стояла красивая девушка. Я сказал ей: «Сегодня у меня брачная ночь. Можно мне взять одну розу?» Она бросила мне розу. Я потерял сознание и упал. Что вы говорите, упали в обморок от прикосновения розы? Вместе с цветком она бросила и горшок? Да. Он большой мастер розыгрышей.
знает толк в этом деле. И в актерском мастерстве ему нет равных. Спасибо. Спасибо. Рейс из Дели задерживается на 2 часа? Спасибо. Алло, полиция? Тише, тише. Ваша семья за мной охотится. Поэтому я спрятался здесь. Я залез сюда через балкон. Как ты посмел забраться в мою комнату? Я не Дев. Прекрати этот спектакль. Это не спектакль. Я хочу избавить семью Бхаратваджа от тебя и готова за это заплатить. Послушайте. Сколько тебе нужно? 100 миллионов? 200 миллионов? Сколько? Только исчезни. Я пришел вовсе не забирать, а кое-что отдать. Вот, возьмите. Держите. Это ваше. Я привез это из деревни. Прощайте. Боже, я знала. Боже.
О, Боже. Господи. Госпожа Риту? Нет, Дэв, нет. Госпожа Риту? Нет. Послушайте. Нет. Госпожа Риту. Госпожа Риту, постойте. Вы слушайте меня. Госпожа Риту. Госпожа Риту, пожалуйста. Остановитесь. Постойте. Оставьте меня. Пусти меня, Дэв. Госпожа Риту, госпожа Риту. Выслушайте же меня, хватит. Если вы мне не верите, взгляните на эти фотографии. Смотрите. Это мой пропавший брат-близнец Дэв. Картежник. Я не Дэв. Я его брат-близнец. Меня зовут Ананд. Мы с Дэвом похожи друг на друга, как две капли воды. Но в остальном мы совершенно разные. Из-за его дурных наклонностей мне даже пришлось покинуть наш дом. Я уехал в горы и стал работать в летном клубе. Я открыл там школу Ananth Mountain Airs. Я и подумать не мог, что когда-нибудь снова встречусь с Дэвом. Но несколько дней назад он приехал. Ананд! 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 Ананд, брат! Брат, как дела? Ух ты! Да ты многого добился. Не называй меня братом. Ты давно перестал им быть. Знаю. Ты на меня сердишься, да, брат? Но я теперь совсем другой человек. Вот как. Перестал играть в карты? И чем же занялся? Разбоем, грабежом? Или контрабандой? Смейся, смейся. А я так надеялся. Будущая невестка сказала, что свадьбы не будет до тех пор, пока я не получу благословение брата. Послушай. Ты что, правда собрался жениться? Клянусь твоей будущей невесткой. Да ладно. Я приеду. Спасибо. Спасибо, брат. Свадьба послезавтра. Вот билет и адрес Бомбей. Обязательно приезжай. А те браслеты, что мама берегла на твою свадьбу, я их до сих пор храню. Да? Так отдай их мне. Не сейчас. Приеду, привезу. Ладно, хорошо, спасибо. Ну, я пойду. Буду тебя ждать. Приезжай вечером к 9. Обязательно приезжай, хорошо? Пока, брат. Как я был рад тому, что мой брат исправился. Я приехал в Бомбей. Но по дороге попал в аварию. Я оказался не у брата, а в больнице. А когда вы, придя в палату и увидев меня, закричали, я понял, что здесь явно что-то не так. И тогда я поехал по адресу, который мне дал Дэв. Но никого там не нашел. Все в доме было разбросано. Я ничего не мог понять. Я огляделся и увидел на полу письмо. И вы знаете, меня очень удивило то, что Дэв хотел покончить жизнь самоубийством. И все состояние завещал мне. То есть он завещал все свое имущество школе Ananth Mountain Airs. Но почему? А потом я все понял. Дэв тщательно продумал свой дьявольский план. Он пригласил меня вовсе не для того, чтобы получить благословение, а для того, чтобы убить. Он собирался убить меня после того, как расправится с вами. Он хотел, чтобы люди подумали, что Дэв убил жену, а потом покончил с собой. А на самом деле, он намеревался убить меня и потом назваться моим именем. Таким образом, он собирался избавиться от всех своих проблем. Алло? Дэв? Дэв, ты где? Я почти 2 часа прождала тебя в аэропорту. Я и домой к тебе заезжала. Труп Ананда я там видела. Но где же труп девушки? Ты ведь расправишься с ней, да? Я обязательно ее прикончу. Но я решил изменить наш план. Сожги его тело. Сжечь тело? Хорошо. Очень хорошо. Моника решила, что это труп Ананда, и забрала его.
Я сказал ей, что нужно предать тело огню. То есть проводить его в мир иной по всем правилам. Я и подумать не мог, что мой брат способен на такие страшные, ужасные поступки. Он собирался вас убить и скрыться, а в результате погиб сам. О боже, это значит, что я на самом деле убила Дева? Я его убила! Вы не совершили преступление. Вы сделали все возможное для спасения своей жизни. Но кто в это поверит? Но ведь есть я, живой. Живой, здоровый Дев. Никто ничего не заподозрит. Через несколько дней я отсюда уеду. И больше никогда не вернусь. И вы таким образом сможете получить развод. Прости меня, Анна. Я не так тебя поняла. Я подумала, что ты Дев. В этом нет вашей вины. Даже наша мама нас путала. Как я могу расплатиться с тобой за твою милость? Опусти руки. Это вы мне сделали милость. Если бы вы его не убили, он бы убил меня. Ну, хватит. Улыбнись. Улыбнись. Если не улыбнешься, я вызову полицию. Ну? Пойдем. Пойдем. Подождите, господин Дев. Риту, я приехал. Теперь он ничего тебе не сделает. Ты поверил, дурачок. Я ведь пошутила. Да. Я знаю, что он угрозами заставил тебя молчать. Но ты не волнуйся, я этого так не оставлю. Я сейчас же отправлю его за решетку. Рахул, не сходи с ума. Он мой муж. Это была шутка. Только тебе позволил на меня разыгрывать, да? Нет. Ты ведь сказал, этот человек пытался тебя убить. Я пошутила. Глупенький. Поверил. Ну, хорошо. Я поверю в то, что это была шутка. Но все равно узнаю правду. Помни об этом, мистер Дев. Кто это был? Мой друг. Идем. Вот это друг. Вы запомнили, кто есть кто в доме? И как следует разговаривать в офисе? Вы все запомнили, что я говорила? Да, все запомнил. Помню только, что все забыл. Шучу. Почему вы не переоделись? И так сойдет. У меня с собой только эти вещи. Я думал, что еду всего на один день. Кто знал, что мне придется задержаться? Давайте сделаем так. Вы будете спать здесь, а я пойду переночую где-нибудь. Нет, нет. То есть я хочу сказать, если вы пойдете куда-нибудь ночевать, то нам начнут задавать ненужные вопросы. Об этом я не подумал. Давайте вы ляжете на кровати, а я здесь. На полу. На полу? Да, я человек земной. Для меня этого хватит. Возьмите хотя бы простыню. А, она у меня всегда с собой. Смотрите. Вот так. Какую вкусную халву вы приготовили, господин Дев. Я угощу господина Рахула. Где господин Рахул? Да только что пришел. И где он сейчас? Пошел с бабушкой в храм. Вот вернется и попробует халву. Что же мне теперь делать? Где мне спрятаться? От кого вы прячетесь, господин Дев? Горшок. Вот что я искал. Горшочек. Понятно. Будете халву? Я сам приготовил. Пожалуйста. Прошу вас. Так рад вас видеть. Вы как раз вовремя. Я такую необыкновенную халву приготовил. Попробуйте. Вкусно. Да, дайте-ка я попробую. Ты когда-нибудь видел хамелеона? Это тот, что зеленеет на зеленой траве и желтеет на желтой? Да? Да, он самый. А когда он приближается к жертве, она ничего не подозревает. И потом он внезапно на нее набрасывается. Для чего вы все это говорите? Когда видишь, как человек меняет цвет, поневоле вспоминается хамелеон. Сэр, а вы когда-нибудь видели коршуна? Коршуна? Да, коршуна, который летает в небе и высматривает жертву. И когда увидит ее, внезапно сверху на нее нападает. Что ты хочешь сказать? А то, что хамелеон меняет цвет для того, чтобы спасти свою жизнь. А не для того, чтобы удачно поохотиться. В котором часу вы приехали в старый дом в день вашей свадьбы? Приехали, сэр?
Вовремя. Вовремя приехали, сэр. Это мне известно. Сколько тогда было на часах? Половина двенадцатого сейчас. Да, и скоро уже полдень. Но во сколько же вы приехали в старый дом? Человек, который спешит, всегда опаздывает. На дорогах постоянно пробки. Да и госпожа Риту должна уже вернуться. Где же она? Пойду посмотрю. Я хочу услышать ответ не от Риту, а от тебя. Чаю выпьете? Сейчас. Нет, господин, выпейте чаю. Знаете, какой у меня получается чай? Мне нужен не чай, а твой ответ. Во сколько вы приехали в старый дом? Могу я узнать? Вопросы задает друг или офицер полиции? Какая разница? Вопрос от этого не изменится. Да, но должен ли он отвечать на него? Ну, если друг будет допрашивать как полицейский, то вряд ли тебе это понравится. Давай будем считать, что офицер полиции задает вопросы в качестве друга. Во сколько вы приехали в старый дом? 7 вечера. Бабушка, вы помните, что нам нужно идти к доктору? Господин инспектор, спрашивайте теперь. Что вы хотели у меня узнать? Во сколько мы приехали? Мы приехали где-то в 7-7.15. Кто еще был с вами? Еще... Моя жена. Послушайте, ведь иначе у нас не было бы брачной ночи. В доме должен был быть кто-то еще. Прислуга, садовник, кухарка. Да, кто-то еще должен был быть. Нет, никого больше не было. Тогда кто же разбил тебе голову? Риту? Я попал в аварию. Ты что, по дому на машине ездил? Да нет, по дороге. Вот это да. Ты попал на дорогу прямо из дома? Пошел пожевать бетель. Бетеля? Да, я люблю жевать бетель. Смешать супари с солью. А? Вы оставили молодую жену дома одну и пошли жевать бетель? На самом деле бетель захотела я. Я ведь должен исполнять все желания молодой жены, правда? Ну, простите, откуда вам знать? Вы ведь не женаты. А что было потом? Что, все подробности брачной ночи рассказать? Можешь не рассказывать, я сам все расскажу. Рассказывайте. В ту ночь ты пытался задушить Риту. Что за чушь? Ты также пытался зарубить ее саблей. Замолчи, Рахул. Риту, защищаясь, ударила тебя прутом. Это ложь, это неправда. Это правда. Чем ты можешь это доказать? Доказательства есть. Я видел стальной прут со следами крови. Я видел его своими глазами. Наверное, видел. Следил за нами. Но мы муж и жена, и у нас могут быть свои внутренние проблемы. Что ж, может быть, друг и не имеет права вмешиваться в личную жизнь друга, но такое право имеет офицер полиции. Сегодня его спасло твое молчание. Но я этого так не оставлю. Я вернусь, но уже с приготовленной для него петлей. Что я скажу людям, если ты вдруг уедешь? Скажите, что я уехал по делам. Останься хотя бы ненадолго. Госпожа Риту, как вы не понимаете? Здесь меня все считают девом, а я ведь не дев. А тот ваш особо сочувствующий друг, клянусь, он меня просто пугает. Он от меня не отстает. Он будет вести расследование и докапываться до правды до тех пор, пока я здесь. И это обернется несчастьем для вас. Пожалуйста. Я поговорю с Рахулом. Госпожа Риту, постарайтесь меня понять, пожалуйста. Кто это? Какая милая девочка. Как тебя зовут? Скажи мне. Скажи. Ну-ка, скажи. Скажи, что случилось? В чем дело, детка? Скажи. Ну, как тебя зовут? Как тебя зовут? Господин Дев, вы не узнаете и Риа? Узнает, узнает. Только он хочет, чтобы Риа сама ему ответила. Если бы она могла ответить. Я устала спрашивать, но она так ничего и не отвечает. Завтра у Риа день рождения. Она очень любит устраивать праздники и приглашать гостей. Но завтра не будет праздника.
Почему не будет? Как же он может быть? Ри, скажи им, что мы так отпразднуем твой день рождения, что все будут ахать и удивляться. С днем рождения! С днем рождения, Ри! Поздравляем тебя! Пропала улыбка Рия. Где она потерялась? Мне кажется, что она на пол упала. Давайте ее поищем. Давайте все поищем, где улыбка Рия. У тебя случайно нет? Кто-нибудь нашел улыбку Рия? И у него нет. Куда же она подевалась? Ни у кого нет. Куда пропала улыбка Рия? Нашли? Нет. Куда же она убежала? Я вспомнил. Кажется, она в лесу. Она в лесу? Да. Поэтому сейчас я отправляюсь в лес. Как? А вот так. Вот я и в лесу. Я пришел к тигру. Сказал ему: «Братец Тигр, здравствуйте! Вы отобрали улыбку малышки Ри. Я не отбираю улыбки, я отбираю жизнь!» И Тигр гонится за мной, а я убегаю. Вот так, вот так, вот так, вот так. Бегу, бегу, бегу. Убегаю. Я устал, и тут мне повстречалась бабочка. И вынула из своих маленьких крылышек улыбку малышки Рия. Смотрите, вот улыбка Рия. Красивая, да? Смотрите все, Рия, теперь ты посмотри. Какая у Рия красивая улыбка. Пусти меня, он меня бьет. Дэв! Эй, нотенки! Ну вы, артисты, заканчивайте свое представление и катитесь отсюда. Освобождайте дом. Кто вы такие? Из сумасшедшего дома сбежали? Эй, Джокер! Ты что, клоун? Забыл? Анан, эти люди... Ты что за балаган тут устроил? А нам как раз не хватало шариков и медвежат. Чего нам не хватало? Шариков и медвежат. Ты что, вздумал шутить с Пхай? Я тебя так проучу, что сразу весь пыл улетучится. Понял? Что вы делаете? А если штаны упадут? Я сегодня без ремня. А если я так попробую? Нравится? Нравится? Вот так. Вот так. Молчать. Сейчас я тебя подпалю. На. Это разгула. Смотрите, сейчас я и багаж их заберу. Иди сюда, медвежонок. Иди, иди, иди ко мне. Что происходит? Давайте закидаем. Все вместе. Берите шарики. На тебе. Вот так. Какие медвежата, какие шарики. Вот так. Бросайте, бросайте. Бросайте. Смелее. Правда весело? Еще, еще. Что случилось? Взорвался шарик или нет? Я не вижу ничего, скажите мне. Еще не взорвался. Ну так что, взорвался? Да. Взорвался в нужном месте. Я горю. Я горю. Спасите. Помогите, спасите. Бегите, 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 ребята.
Вот он, вот. Улыбка моей Рия вернулась. Ты видела, как они побежали? Видела? Рия говорит. Рия говорит? Моя девочка. Дядя, в вашем ухе нет дырки. Потому что я не девушка. जागते हैं हम रात रात भर कर गए तेरी चाहते असर नींद खो गई चैन खो गया क्या करें हमें प्यार हो गया तुम हो बेखबर नहीं तुम्हें है कुछ खबर Мне уже давно следовало уйти, но я слишком сдержался. Перед этой Рией, как бы далеко от нее я ни находился, я всегда буду рядом с ней.
Вот जब भी कभी हमें देखना चाहे луна и звёзды. Если она захочет меня увидеть, пусть закроет глаза, я предстану перед ней. Выпей молока, дочка. Не буду я пить, не буду, не буду. Ты медленно, дочка, пожалуйста, возьми, медленно выпей. Я же сказала, я не буду пить, не пойду я к тебе. Ну, ты сегодня совсем разбаловалась, дочка. Вот я тебя поймаю и отшлепаю. Привет, детка. Шантама, это бильколь ठीक हो गई? Шанта, она же полностью выздоровела. Это все благодаря господину Деву. Да? А где он сейчас? Позавчера уехал в Маргао по делам. Риту, а? Риту дома? Сегодня утром, и она вслед за ним уехала. Сегодня первый день наших занятий. Но прежде хочу вам кое-что сказать. Вы наверняка думаете, что походы в горы и в лес, плавание в реке представляют для нас большую опасность. Но это все лишь плод нашего воображения. Из-за этого наш дух и наша плоть слабеют. Цель наших занятий — вырвать из сердца этот страх. Всем собраться, мы отправляемся. Вперед. Поторопитесь. Сэр, давайте я понесу ваш рюкзак. Что? Могу я взять ваши вещи? Да-да, спасибо. Госпожа Риту, как вы здесь оказались? Так же, как и ты, убежала. И никому ничего не сказала. Но там я никому не нужен. А этим людям здесь я нужен. Как тебе такое пришло в голову? Ты нужен бабушке, нужен Рия. Ты нужен мне. Госпожа Риту, но... Ананд, я не могу без тебя жить. Госпожа Риту, вы живете в своем мире, а я живу в своем. Я не смогу жить в вашем мире. Хорошо. Ты не можешь жить в моем мире. Ладно. Но я-то могу жить в твоем. Эй, ребята, вперед! Госпожа Риту, вы не сможете участвовать в походе. Это очень опасно. Вот как? Ты только что произнес такую речь. Вырвите страх из своего сердца. Укрепите свой дух. И что теперь? Чего мне бояться, если ты рядом? Идем! Но я не с вами. Детка, мне нужно с тобой поговорить. Нет, сначала посмотри мои рисунки. Вот эти и эти. Вот, я недавно новые нарисовала. И эти еще, смотри. Вот, и эти. Их много, правда? Госпожа Риту! Ритуджи! Госпожа Риту! Я уже сейчас вижу, что дальше вы идти не сможете. Спускайтесь вниз. Вы не сможете идти дальше. Спускайтесь. Послушайте меня. Возвращайтесь. Упадете ведь. Хорошо, не слушайте меня. Забирайтесь еще выше. Еще выше. Давай, Риту, вперед! Давай, Риту, давай! Вперед! Смелее! Госпожа Риту! Я не умею плавать! Зачем же вы прыгнули? Тебя спасать. У вас есть с собой одежда? Выходим на берег. Лиджи,
Возьмите. Похоже, мы добрались до цели. Хорошо, что все так получилось. А ты не хотел меня брать? Я говорю о том доме. Побудем немного там, потом поедем в город, и вы вернетесь домой. Я не поеду домой одна. Опять вы за свое. Сколько раз я вам объяснял? Вы живете в своем мире, а я в своем. Анна, неужели люди из разных миров не могут быть вместе? Не могут. Но почему? Потому что вы замужняя женщина. Какое замужество? Ты этот обман называешь замужеством? Ты ведь знаешь, что это был не брак, а предательство. Брак — это любовь. А я люблю только тебя. Но если ты меня не любишь, то я ухожу. Отправь меня отсюда. Я не могу без тебя жить. Ананд! 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 Спаси меня, пожалуйста! Ананд! Ананд! Don't stop the plane! Не останавливай самолет! Не останавливайся, Долли! Я заберусь! Я заберусь! Давай! Быстрее! Взлетай! Пусти меня! Успокойся, а то выброшу тебя отсюда. Заткнись! Пусти! Поднимайся над ним. Выше, 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 выше. Я прыгаю.
Последний раз. Я помог тебе в последний раз. Еще раз во что-нибудь вляпаешься, я не стану тебе помогать. Хватит смеяться. Знаю. Риту! किसी को किसी से मोहब्बत होती है ये न पूछो सनम कैसी हालत होती है जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है ये न पूछो सनम कैसी हालत होती है ना सुबह का पता ना खबर शाम की क्या किसी Опять он. Он снова здесь. Рахул? Господин Дев, что вы делаете? Привет, Риту. Как ты? Мистер Дев? А я к вам. Да? Как поживаете? Вот это да. Если вы в форме, то простым людям уже и руки не подаете. Что, вышел такой закон? Нет, такого закона нет. Я не подаю руки убийце. Убийце? В чем дело? Дэйв обвиняется в убийстве. Я пришел его арестовать. Вот как? Значит, я убийца. Скажите уж тогда, кого я убил? Рахул, что за шутка? Это не шутка, Риту. Дэйв убил твоего отца, Шьяма Прасада Бхаратваджа. Что?
Хаа, Риту. Да, Риту. Но папа умер. Твоего отца убили. Он умер насильственной смертью. О, Боже. И убийство совершил этот человек. Это неправда. Послушай меня, он не мог этого сделать. Риту. Правда. Риту, я понимаю твои чувства. Но закон есть закон. Но как ты можешь его арестовать без каких-либо доказательств? Хочешь взглянуть на доказательства? Сколько тебе их нужно? Посмотри на эти фотографии. Этот человек вовсе не отец Дева, а мелкий воришка, по вечерам грабит людей. А это тот самый человек, что украл в аэропорту кошелек твоего отца. Ты совершаешь ошибку. А ты даешь волю эмоциям. Перестань его преследовать, иначе... Иначе что? Я буду на тебя жаловаться начальству. На что ты будешь жаловаться? Ты пытаешься скомпрометировать моего мужа, потому что положил на меня глаз. Замолчи. Что ты несешь? Ты ему до сих пор веришь? Смотри, на этой фотографии дистанционное управление в руке твоего отца лежит вверх ногами. В таком положении оно не работает. Оно было вложено ему в руки уже после смерти. И у меня также есть свидетель убийства. Рия. Рахул. Рахул, ты не можешь этого сделать, я расскажу тебе правду. Он не тот, за кого ты его принимаешь. Господин инспектор, я хочу 5 минут поговорить с женой. Почему ты ему не скажешь? Я хочу поговорить с тобой, всего 5 минут, пожалуйста. Рахул. Только 5 минут. Да. Почему я не могу ему рассказать? Идем. Почему не даешь мне сказать? Почему ты не даешь мне все рассказать? Ты сошла с ума. Если мы скажем ему, что я не Деф, а Ананд, то разве он не спросит, куда исчез Деф? Что мы ему ответим? Я что угодно скажу. Что ты ему скажешь? Скажу, что он умер. И еще скажи, что ты его убила, и пусть тебя повесят. Что ж, мне тебя на виселицу отправить? Какая разница? Есть я в этом мире или нет, это не имеет абсолютно никакого значения. Для меня имеет. Риту, помимо меня в твоей жизни есть еще много близких людей. Бабушка, Рия. Что будет с ними всеми? А с теми людьми, что живут на те деньги, что зарабатывают на твоей фабрике? Ты нужна им всем. Риту, пожалуйста. Прошу тебя. Ананд, может тебе убежать? Беги, Ананд. Приди в себя, Риту. Пообещай мне, что ты никому не скажешь, что я Ананд. Я не могу этого обещать. Ты ведь любишь меня, да? Во имя этой любви поклянись мне, что никогда я никому не расскажу, что я Ананд. Умоляю. Ты эгоист. Я никогда тебя не прощу. Бабушка. Предатель! Для чего ты вмешался в нашу жизнь? Для чего? Для чего обманул нас? Деньги тебе были нужны, надо было у меня попросить, я бы тебе все отдала. Бабушка! Бабушка! Что вы делаете? Что вы делаете? Он убил моего сына, твоего отца. Он не такой, как вы думаете, бабушка. Нет, это он убил моего сына. Ты убил моего сына. За что ты его убил? За что? Хватит, бабушка, хватит! Хватит, бабушка. Ваша честь. За 15 лет работы в суде я сталкивался не с одним убийством. Но сегодня я впервые участвую в деле о таком страшном, ужасающем, бесчеловечном убийстве. Жертву убивали медленно, методично, шаг за шагом, вынуждая бороться за каждый вздох. Ваша честь, если в нашем мире награждают за жестокость, то я думаю, этот человек заслужил такую награду. Да. Какое наказание вы ему вынесете?
Я только скажу, что даже если суд приговорит его к смертной казни, то это для него будет не наказание, а помилование. Господин Дэв, вы не пригласили адвоката для своей защиты. Суд предоставляет вам еще одну возможность сделать это. Мне не нужен адвокат, ваша честь. Хотите что-нибудь сказать в свое оправдание? Нет. Вы знаете, что за подобное преступление может быть вынесен смертный приговор? Да. Можете определить для меня любое наказание. Нет, господин судья, это неправда. Мадам, пожалуйста, не мешайте суду. Вы не можете вынести ему такой приговор. Он невиновен. Попрошу тишины. Вы не можете вынести ему такой приговор. Это не Дэв. Господин судья, не верьте ей. Помолчите. Кто вы? Я дочь покойного Шьяма Прасада Бхарадваджи. Можете пройти за барьер. Суд готов вас выслушать. Господин судья, послушайте меня. Она просто не в себе. Пожалуйста, ваша честь, время судебного заседания тратится впустую. Петух, что ты делаешь? Ты ведь поклялась, что никому не скажешь, что я Ананд. Такой клятвы я не давала. Я не давала клятвы не говорить, что ты не Дев. Мадам, пройдите за барьер и скажите все, что хотите. Мистер Дев, вернитесь на свое место. Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Поверьте мне, господин судья, этот человек не является Девом. Пожалуйста, это попытки ввести суд в заблуждение. Это заговор, ваша честь. Господин обвинитель, пожалуйста, я не хочу, чтобы к смертной казни приговорили невиновного. Вы говорите, этот человек не является господином Дэвом. Да, это не он. Это также значит, что он не является вашим мужем. Не является. Господин судья, она что угодно наговорит, не верьте ей. Прошу вас, мистер Дэв. Почему вы так уверены в том, что он не Дэв? Потому что господин судья, он просто не может быть Дэвом. Вы можете это доказать? Да. Господин судья, она хочет спасти меня, поэтому лжет. Мистер Дэв, это неуважение к суду. Доказательства у меня есть. Какие? Суд желает знать. А доказать это могу тем, что я убила своего мужа Дева своими собственными руками. Прошу соблюдать тишину. Вы видите, что она сумасшедшая? Я жив-здоров стою перед вами, а она меня убивает. Если все дело в том, Дев я или нет, дайте мне еще один шанс, умоляю вас. Я сейчас же докажу, что я Дев. Дайте мне только один шанс. Пожалуйста. Спасибо. Господин судья, я знаю, что если буду доказывать, что я не Дев, у меня появится шанс избежать смертной казни. Мне пытались указать на эту лазейку, но все знают, что я Дев, и я это докажу. Я могу это доказать. Мистер Надкарни, да, вы меня знаете? Конечно. Вы можете сказать суду, кто я? Это господин Дев Малхотра. Я знаком с ним уже полгода. Это Дев Малхотра. Раньше он вызывал у меня сомнения, но потом я его лучше узнал. Очень хороший человек. Госпожа Риту, вы только что заявили, что я не являюсь Девом, верно? Да, верно. Вы также заявили, что я не ваш муж. Конечно, нет. Хорошо. Скажите-ка мне вот что. Вы когда-нибудь любили? Ответьте мне. Вы когда-нибудь любили? Какой смысл в этих вопросах? Смысл есть, ваша честь. Вы когда-нибудь любили? Да, любила и люблю, и что? Вы очень сильно его любите. Очень. Так сильно, что ваше сердце начинает учащенно биться просто от звука его голоса. А если он покидает вас на минуту, то вам кажется, что прошла целая вечность.
А если он уедет от вас, то вы будете искать его и в горах, и в лесу, и в море. Ответьте, настолько ли сильно вы его любите? Да. Представьте, что человек, которого вы любите, тонет. Можете ли вы броситься в воду, чтобы спасти его? Да. Даже если вы не умеете плавать? Да. Это значит, что для спасения его жизни вы пойти можете на все. На все. Можете пожертвовать жизнью. Да. Можете солгать в суде. Он... Настолько ли сильна ваша любовь, что способна вынудить вас сказать неправду в суде? Да или нет? Да или нет? Да. Этот человек сейчас находится здесь? В зале суда? Да. Он перед вами? Это я? Да. Последний вопрос. Только что вы заявили, что убили своего мужа. Ответьте мне, положа руку на сердце. Считали ли вы кого-нибудь помимо меня своим мужем? Отвечайте. Нет. Это все, Ваша честь. Господин обвинитель. Почему ты это сделал? Внимательно изучив все улики и заслушав показания свидетелей, суд признал подсудимого Дева Малхотру виновным в убийстве на основании статьи 302 Уголовного кодекса Республики Индия. Суд приговаривает его к смертной казни. Дядя, почему вы забрали в тюрьму моего дядю? Потому что он убил твоего дедушку. Да нет, его убил другой человек. В его ухе была дырка. Я не буду с вами разговаривать. Тебе кажется, что ты заботишься о моей жизни? Жизнь без тебя для меня ничего не значит. Риту. Риту. Где бы я ни был, я всегда буду с тобой. Я не такая простушка, чтобы поддаться на твои слова. Я тебя никуда не отпущу одного. Я приду туда, куда идешь ты. И приду раньше тебя. Риту. Не сходи с ума, не смей думать о самоубийстве. Я только о нем думаю. А ты его уже совершаешь. Вы... Удивлен? Ты что думал? Что Моника тоже умерла? Моника? Ты обманщик! Почему ты так со мной поступил? Почему ты меня обманул? Я все тебе отдала. Свою любовь, свою молодость, все свои мечты. Я для тебя все могла сделать, все. А ты ради спасения своей шкуры предал меня. Почему? Я ненавижу тебя. Ненавижу тебя. Я тебя ненавижу. Я люблю тебя. Я сохранила труп твоего брата. Думала, если держать тело в холоде, оно не будет разлагаться, и наш план удастся. Как
Как ты мог так со мной поступить? Как ты мог? Вы так и не зажгли погребальный костер? Нет. Когда ты велел мне сжечь труп, я сразу поняла, что ты хочешь меня надуть. Нет. Я не Дев. Я Ананд. Нет. Я знаю тебя, негодяй. Я не верю тебе. Ты опять со мной играешь. Разве Дев, обманув вас, отправился бы на виселицу из-за другой девушки? Он умер. Да. Труп, тело, которое вы храните, принадлежит Деву. Вы очень любили Деву, да? Хотите, чтобы он продолжал жить? Но как? Скажу, если поможете мне. Поможете? Да. Господин инспектор, вы? Что еще вы хотите спросить? Ваша миссия уже закончена. Поздравляю. Прошу. Сегодня я пришел не допрашивать тебя, а признать свою вину. Ну и дела. Тюремную робу надел я, а вину будете вы признавать? Спасти тебя я уже не могу. Но могу попросить у тебя прощения. Мужа маф карду. Прости. Не надо, инспектор. Коршуну не к лицу просить прощения у хамелеона. Хватит играть в эту игру. Я знал, что хамелеон меняет цвет. Но сейчас он превратился в другого человека. А не сыграть ли нам в другую игру? В полицейского и вора? Не понял. Кто здесь? Good morning, sir. Доброе утро, сэр. Ты? Как ты сюда вошел? Через балкон. Рамсинг, тише. Тише. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Он в тюрьме, мой брат-близнец. Дев, а я Ананд. Зачем ты сюда пришел? Чтобы попросить оставить моего брата Дева в покое. Что? Потому что он невиновен, сэр. Дело в том, что я убил Бхарадваджа. Что? Мой брат Дев — ангел во плоти. Поэтому отец и дал ему имя Дев. Что значит Бог? Да, на виселицу пойдет и ни слова не скажет. Да он и рот открыть не сможет, потому что ему хорошо известно, что если он проронит хоть слово, то... Я сделаю с ним и его семьей то же самое, что сделал с Бхарадваджем. Отпустите его, сэр. Хорошо, если так любишь своего брата, расскажи это все завтра в суде. Я его сразу отпущу. Не надо, дядя. Я не испытываю к нему никаких чувств, понятно? Он мой двойник. Он помогает мне в моих грязных делах. Я их делаю, а он расплачивается. Назови свою цену. 200, 300, 400. Предлагаешь взятку? Да. Хочу тебя купить. Больше 100 миллионов не проси, идиот. Я сейчас вызову полицию. Не кричи, понял? Твоя внучка учится в Симле, да? Что, прикончить ее? Сержант, что, господин? Схватить его, держите его, он убегает. Хватайте его. Хватайте.
Привет. Ну уже. Беги! Эй, ты! Двойник? Хамшака? Двойник. Полис. Полиция. Паси. Веселится. Ты в порядке? Догони его. Не дай ему уйти, Анант. Догони его. Не переживай за меня. Эй, Муштак! Стреляй! Прикончи этого щенка! Полиция! Спасите!
Идемте, он погиб. Да. Возможно, такое уже случалось в истории нашей страны, когда судье пришлось еще раз обдумывать свое уже вынесенное решение. Ваша честь, я не верю сам себе. Этот господин, как две капли воды, похож на того человека, которого я сегодня анатомирую. Ваша честь, заключенный Дев всю прошлую ночь находился под моей охраной. После повторного изучения материалов этого дела, суд отменяет свое предыдущее решение. Мистер Дев признается невиновным и освобождается из-под стражи. Yeah.